для приводовских соломонов. С одной стороны, кабинетская традиция утверждает непостижимость помыслов Божьих, показывает, насколько трудно человеку установить верные критерии для распознания знаков присутствия Божьего мира. А с другой стороны, она утешает нас в наших поисках с заверением в том, что Бог хочет открыться нам, не спосылает нам духа своего, чтобы мы могли познать его помощь. Вот для этого личное дело Соломона приобретает для нас символическое значение. Прежде всего, Соломон указывает нам, каково правильное поведение перед Богом, а затем, каково подобающее отношение к Богу.